Это было очень странно. Я находился в Минской гостинице. Они постучали ко мне в дверь. Я открыл дверь, там стояли три милиционера, вооруженные автоматами. Они сказали, что они меня задерживают по требованию Азербайджанской генеральной прокуратуры из-за того, что я посетил Нагорный Карабах. Россия с самого начала выступала против моей экстрадиции на высшем уровне. По телевидению выступал Сергей Лавров, выступал Песков, представитель Путина, выступал замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хатавели. От дипломатов, я бы сейчас не хотел указывать, от каких конкретно, мне объяснили, что я стал жертвой международных игр политических и плюс внутренней борьбы за власть внутри Азербайджана. Прежде всего, когда меня привезли в Минский аэропорт для экстрадиции, я был удивлен тем, что Азербайджан прислал за мной персональный правительственный лайнер. И вот эта фотография со мной в наручниках на фоне спецназовцев с автоматами и самолетом, посланным Алиевым, наверное, еще очень много лет будет ассоциироваться с Азербайджаном, который преследует блогеров, журналистов и всех недовольных тем, что там происходит. Прежде всего, мной занимался заместитель генерального прокурора по имени Рустам Усубов, а дело мое вел полковник Камал Талыбов, сын бывшего председателя Верховного суда Азербайджана. Несколько раз следователи даже допускали такие высказывания, что «Александр, а ты думаешь, ты нам нужен? Просто если мы хоть что-то не вытянем из этой истории, нам будет так же плохо, как тебе». Кормили очень плохо, так же, как в Белоруссии. Каши, суп без мяса. И за полгода пребывания в Азербайджане у меня выпали два зуба. Очень сильно испортилась кожа и сильно испортилось зрение. Они распечатали из моего фейсбука всех моих френдов и фолловеров, у которых были армянские фамилии. Мне было очень сложно объяснить, что несмотря на то, что у меня тысяча армянских фолловеров и френдов, из них я лично знаком от силы с одним двумя людьми, а все остальные просто любят читать мой блог, и я с этими людьми никогда не был знаком. Я написал заявление Министерству юстиции Азербайджана через посла Израиля о том, что я прошу быть экстрадированным в Израиль и отбывать наказание там. Так вот, ночью 10 на 11 сентября, ориентировочно в 12 часов ночи, когда я уже ложился спать, неожиданно открылась дверь камеры, забежали то ли трое, то ли четверо человек в масках с закрытыми лицами. Один сразу на меня запрыгнул с коленями на грудь. Они абсолютно профессионально вот этими пальцами вот тянули мне сюда, и очень быстро я задохнулся и потерял сознание. И я пришел в себя примерно через двое суток в реанимационном отделении Бакинского госпиталя. Вокруг меня было очень много азербайджанских военных с автоматами, но в белых халатах, и рядом находился генеральный консул Израиля в Баку. Я не понял, что произошло, я спросил, где я нахожусь, и мне ответили, что я повесился в тюрьме. Это был полнейший абсурд, у меня никогда не было таких мыслей. И примерно через несколько часов израильский консул мне сообщил, что моя просьба о помиловании была удовлетворена, и я помилован. И я помню, я задал вопрос, а когда я успел написать это письмо, я никогда его не писал. На что мне ответили шепотом, какая тебе разница, писал ты его или не писал. Азербайджан хочет от тебя избавиться, скажи спасибо. Даже после того, как вся эта история закончилась, в мой адрес продолжают поступать угрозы от жителей Азербайджана, которые ассоциируют меня с самым главным врагом Азербайджана за всю его историю. Они пишут угрозы в мой адрес, угрожают убийством, сексуальным насилием, угрожают смертью моей семье. Мое отношение к Азербайджану как было с большой симпатией и интересом к этому народу, к его истории, так и осталось.